Всем привет! Спасибо, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас великолепная кремовая полента. У меня здесь кукурузная крупа и вода. Добавим кусочек сливочного масла. И провариваем, постоянно помешиваем. На великолепном грибном масле мы с вами готовили вот такое грибное масло. Лисичковое, с добавлением соленого желтка. Оно невероятное. На большой температуре обжариваем грибочки. И постоянно помешивая, варим нашу поленту. В грибы добавляем сушеный чеснок, соль, перец и немного соли в нашу поленту. Так как мы будем добавлять пармезан, а он очень соленый. Вот такая у нас уже красота. Постоянно помешиваем нашу поленту. И не забываем про грибочки. Запах идет невероятный. Грибы я уже выключила. Посмотрите, какие они красивые. А нашу поленту постоянно помешиваем. Добавляем сливки. Хорошие, жирные. У меня 30%. Добавляем пармезан. Сейчас мы хорошо перемешаем и тогда уже попробуем на соль. Наша великолепная полента готова. Посмотрите, какая она красивая. Прямо воздушная. Я немного подсолила. Ну что, готовы? Сервируем. Наша великолепная полента. Посмотрите, какая она красивая. Воздушная. Невероятно вкусная. Я так щедро уже насыпала. Грибочки. Это уже красиво. Но я хочу добавить наше грибное масло. Вы же видите, здесь больше грибов и все специй, чем самого масла. Оно невероятно. Если вы еще не готовили, приготовьте такое масло. И мы с вами готовили чили джем. Это уже красиво и вкусно. Я просто люблю чили джем. Сколько у меня осталось его? Надо варить новую партию. И я добавлю. Он придаст нашей поленте такой островато-сладковатый вкус. Можете не добавлять. Оно и так очень вкусно. И добавим немного зелени. И великолепное блюдо готово. У меня шнит лук, который вырос в горшке. Можно, я не знаю, укроп, но я думаю, что укроп не пойдет. Все-таки это полента. Рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите, как это красиво. Хотела вам показать поближе. Масло растает, посмотрите. Рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал.